Привет, мы к тебе с вопросами. Привет, я вас ждала. Сейчас я вам покажу свое место силы и вдохновения. Твое место вдохновения – это университет? Да. Каждый раз, когда я прихожу сюда, я подпитываюсь энергией, и у меня появляется много сил. Маша, расскажи, как на тебя влияет наш университет? Хороший вопрос. Есть много мест, а также много людей, которые вдохновляют меня. Например, ректор нашего университета Валентин Валентинович Пешко, который старается сделать все возможное, чтобы наш университет был лучшим. А также декан моего факультета Оксана Николаевна. Она всегда поддерживает своих студентов и помогает им. А также творческие и дружные люди нашего университета. Хорошо, но как ты считаешь, для чего существует конкурс «Королева студенчества»? На мой взгляд, этот конкурс помогает раскрыть каждой участнице свой потенциал, показать свой талант и истинную красоту. Маша, какие у тебя 3 сильных качества? Я целеустремленная, коммуникабельная и артистичная. У тебя есть кто-то, на кого ты равняешься? Определенно, да. В первую очередь, это мои родители, которые поддерживают и помогают мне во всех моих начинаниях. А также в моем окружении есть много прекрасных людей, при общении с которыми хочется становиться все лучше и лучше.